Підтримати імунітет сім'ї легко. Алфавіт містить також цинк, селен, вітаміни D3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт – грамотна турбота про здоров'я. Працюємо, допомагаємо, рятуємо і віримо в нашу скору перемогу. Ми рахуємо до неї дні і готуємось до нашої зустрічі. Дуже хочемо зустрітись, бо вже готуємо нову патріотичну програму. Вдаримо гумором та сміхом по ворогу. 2 та 3 грудня – концерти «Дизель-шоу» в Міжнародному центрі культури і мистецтв. «Дизель», «Грудень» – наші нові концерти. Бронюйте квитки та приходьте! До зустрічі! У-ху-ху! «Дизель-шоу»! Ну что ж, сегодня на собрании я, как управдом, собрал всех главных неплатильщиков нашего дома. И первый вопрос. Кто это написал? Ну я чё? Так, Коноплёв, сотрите немедленно. Чё? Я говорю, сотри. Сотрю и чё? Вроде ровно написал. Вы нас что, по этому поводу собрали? Так, все, я в магазин. Нет, Бухарин, я хочу вам напомнить, что вместо старого ЖЭКа, который ничего не делал, мы создали новое современное ОСББ. А теперь и ваше ОСББ ничего не делает. Как ничего не делать? Мы собираем деньги, которые вы, кстати, регулярно не платите, а живете с 10 котами. С 15 Мурка вчера катилась. 15? Так вы либо решайте, либо я их лично кастрирую. Извините, что я опоздала. Муж звонит. Алло, а ты младенького покормил? Ага. А старшенького? Хорошо. А средненький что делает? С тройняшками играется. Замечательно. А ко мне еще вопросы есть? Вот кого надо кастрировать, ее мужа. А я на УЗИ была. Угадай, кто? Нет, не мальчик. И не девочка. Да, снова тройня. Алло, Сережа? Сереженька? А, ты шампанское открыл. Послушайте все. Из-за вас у нас накопился огромный долг. Так, у меня вопрос. Скажите, а этот вот долг, он на словах или где-то в тетрадочке уже записан? Ну, как в магазине. Потому что если он в тетрадочке записан, все, нам уже никто не нальет. Не нальют. К нам приедут и просто перекроют. Во. Так надо сделать так, чтобы нас не нашли. Как? Как? Название улицы сменить. Это модно сейчас. Номер дома поменять, там, первый этаж снести. Наш дом вообще никто не узнает. А можно еще фамилии сменить. А вы, Вайнштейн, помолчите. Я по паспорту Иванов. По паспорту вы Иванов. А деньги сдаете, как Вайнштейн. Ай. А еще у нас огромный долг по воде. Не заплатим, и ее отключат. Если в доме нет воды, воду выпили. Такие алкаши, как вы, ее и выпили. Вы знаете, если вам нужна вода, вам поможет кулер. Если вам нужна горячая вода, вам поможет бойлер. И как нам помогут все эти ваши родственники, товарищ Вайнштейн? Я вам уже говорил, что я Иванов. Моисей таких Ивановых 40 лет по пустыне водил. Вы знаете, я уверен, у них была и горячая вода, и газ. Откуда? Если бы у них этого не было, евреи бы за ним не пошли. Вот так, я хочу уточнить, что слишком большой долг? Вот хороший вопрос. Значит, с 2013 года наш долг вырос с 40 до 120 тысяч гривен. Ничего себе! Но ничего же не изменилось. Как раньше было 5 тысяч баксов, так и сейчас. Это где же вы работаете, что вы все в доллары переводите? Весь подъезд исписан. Где и кем она работает? И причем под некоторыми надписями она свой телефон подписала, а подъезд с этой рекламной акцией ни копеечки не получил. Да. А надо как в Европе, чтобы все платили налоги, и тогда всем будет все хорошо. Да. Слышь ты, хочешь как в Европе? Я тебе завтра в квартиру подселю арабов.
Вот учись, Сидоренко, она за каждый секс получает деньги, а ты ребенка. А я за ребенка деньги тоже получаю. Да, но твоя схема реально сложнее. А скажите, а чё у меня кабельная не работает? Вы просто перестали платить, и вам обрезали. Это за что ж вы, евреи, так задолжали, что вам с самого детства кабельная обрезает, а? Ну хватит болтать. Ну, по делу, может, есть предложение у кого-то? Я предлагаю построить маленькую котельную и зарабатывать капельку денежка. А чем мы будем топить? Газ дорого, дров у нас мало. У нас котов много. Давайте котами топить. Слышишь ты, у тебя что, 9 жизней? Ой, правильно. От этих котов уже надо избавляться. Каждый вечер за стенкой одно и то же. Извините, пожалуйста, а вам мешает? Мы с мужем будем потише. Это вы? Филиппова, так вот, я не понял, вы спросили, вы будете платить? Нет, я своей квартиры практически не ночую. Моюсь я в саунах, обедаю в ресторанах, сплю в гостиницах. Я прошу прощения, можно я вашу квартирку буду сдавать? О чем вы говорите? Если нам отключат газ, мы зимой просто замерзнем. Ой, как... Да ты чё? Тихо. Я знаю, как сделать так, чтобы всем зимой было тепло. Ну, и что для этого Спаситель, нужно? Спаситель, скажи. Сахар и дрожжи. Вот, кстати, у нас в подъезде гонят самогон, а участковый до сих пор не разобрался. Почему? А? Я стараюсь. Я, между прочим, к ним в банду затесался уже. А мне кажется, вы ее возглавили. Ой, молчи, Сидоренко, тебе зимой точно холодно не будет он. Ага. Да, мы да. С мужем любим любить друг друга. Ну и что? А вы что, завидуете? Ой, сейчас драчка будет. Тише, пожалуйста. Алло? Да, сдается квартира. Шикарный вид. Нормально. Соседи? Да я в больном. Сама ты Милейшие люди. Коммунальные можно не платить. Жду. У меня такое ощущение, что этот ваш Моисей вам путевки в 40-летний тур продавал. Послушайте, кроме того, для того, чтобы зимой было теплее, нам необходимо отремонтировать крышу. У нас грибы уже на чердаке растут из-за сырости. Если бы только из-за сырости, а удобрения, а капельный полив. Это тяжелый труд, между прочим. Так, мне надоело это все. Я ставлю на голосование полную оплату коммунального долга. Так, ну... Кто за? Кто против? А вы, Вайнштейн? А что я здесь уже решаю? Я понял. Единогласно платить не будете. Я это предвидел, поэтому хочу вам представить нашего дорогого... уважаемого кандидата в депутаты от нашего района. Привет, биомасса! Электорат! Электорат! Вот, пожалуйста, от сердца и партии. О, гречка, ништяк! От сердца и партии. Опять гречка, ее даже уже коты не едят. И дети тоже! Вы бы привозили рис, манку, овсянку. Надо как-то отличаться от других кандидатов. Учтем. А есть там сахар... что-нибудь такое, дрожжи. Учтем. Я прошу прощения. А вы можете на этих пакетиках больше не писать «не для продажи»? Учтем. Личная просьба. Ага. Егор Константинович. Анжела? Мне, пожалуйста, как всегда, валютой. Учтем. Вот вижу, некоторые избиратели вас уже знают. Ну, изложите, так сказать, вашу программу. Да, очень интересно, честно. Мы, самое, с командой, в принципе, как у всех, но много и все по-новому. Спасибо. Вот прям вот, да. Вы понимаете? Вот человек, который поможет нам с нашими проблемами. Ну, говорите, кого что волнует? Нужно облагородить территорию двора. Так это вы должны все «эх», мы со своей стороны «ух», и тогда «эй».
Другими словами, вы хотели сказать, что нужно устроить субботник. Да. Но. А давайте субботник в воскресенье устроим. Вы же, Ванштейны, по субботам не работаете. Можете устраивать и в воскресенье. Но учтите, что Ивановы по воскресеньям в церковь ходят. Но субботник, на самом деле, отличная идея. Нам не помешают, кстати, во дворе зеленые насаждения. Так, а я тут... А! Так, может, у кого дома есть? Ну, у меня есть. Но их как-то стрёмно во дворе высаживать. Я предлагаю подписать коллективное обращение. И тогда нам установят камеру видеонаблюдения в лифте. И мы точно узнаем, кто там гадит. Да. А кто знает, может не подписывать? А что там знать? Что там знать? Все и так знают, что это делают ее коты. Что? Но не люди же в конце концов это делают, но... Вот не думал, что это скажу, но спасибо. Давайте лучше сделаем детскую площадку. О! Детям играть негде. Да, и я за детскую площадку котикам песочек нужен. Да, да. А еще, чтобы там была горка и домик. И чтобы домик изнутри закрывался. Так, Сидоренко, никаких закрытых домиков. Давайте вернемся к оплате нашего долга. Да. Вот пусть твой депутат все и заплатит. Вот, да. Так, не вопрос. Я за вас. А? А вы за меня должны будете... Стойте. Что это получается? Он еще ничего не сделал, а мы ему уже что-то должны. Запомните, Ванштейны никогда за гречку не продавались. А вот Ивановы вас полностью поддерживают. Придем, проголосуем всей семьей. Да. Ну, договорились. Только давайте без косяков. Окей, косяков не будет. Будут грибы. До встречи. Ждем, так сказать, оплаты. А? Ну что, еще пару кандидатов и как-то... Перезимуем. Они давай. Так, а я вот так вот. Так. А вот так. Алло, Жек. А, так. Да. Шевченко 3, а, что там у вас? Трубу прорвало. Ну, выехала к вам бригада уже, да. Два дня назад выехала. Ну, в пробке, значит, стоит. Вы видели, какие в Киеве пробки из-за того, что мы трубы меняем? Да, все, хорошо, ждите. Счастливо. А вот я. Отбой. Алло. Шевченко 3, да я же вам сказал. Едут к вам уже, да. Все, ждите. Приехали? Заехать во двор не могут. Почему? Какие-то дебилы двор перекопали? Кто? А вот тебе. А, мы? А вот тебе. Короче, сейчас приедет другая бригада, закопает вам все, и эта бригада заедет. Понятно? Все, счастливо. А вот и вообще, звоните ему Каратодор. Отбой. Да что ж такое, поиграть нормально не дадут. Алло, Шевченко 3. Выехала к вам бригада, ну едет уже. Ну, потерпеть не можете день, два, три, четыре, пять? Не надо так спешить, чтоб губы не обветрились. Шевченко 3 само к вам приехала. А, не, мы просто вернулись сейчас за инструментом, поэтому... Ага, так а где ж инструмент? Инструмент в магазине. В магазине, да, ой. Стоять! Никто никуда не уйдет. Пока у меня не появится вода. Ну, рассказывайте, почему это мы не едем на Шевченко 3, а? Нам наш шеф сказал без него ничего не делать, потому что мы рукопопы и все там напортачим. А ваш шеф не дурак. А где он сам? Ушел. Далеко? В Испанию. В отпуск. Ух ты, а неплохо он у вас зарабатывает. Он там удачно новые трубы какие-то продал. А, это не надо было говорить. Нет. То есть это вы все сами рукожопы натворили, да? Да, нет, мы выполняли распоряжение мэра. Четко шли по его программе. А, то есть это программа мэра? Да. О, тогда и мы пойдем по программе мэра. Только не по этой, а по той старой,
в которой у него все получалось. Сейчас. Это... Сейчас я буду задавать вам вопросы и ждать на них правильных ответов. Ух ты, викторина! Ага. Ну да, викторина. А если вы будете давать неправильные ответы, то вы будете получать... По баллу? И по баллу вы тоже будете получать. Ну что, готовы? Ну такое. Тогда первый вопрос. За что? Это гонг. Во всех таких передачах есть гонг. Итак, вопрос номер один. Ага. Почему я все лето моюсь холодной водой? Закалялись. Неправильный ответ. Твой вариант? Я думаю, потому что у вас не было горячей воды. А ты хитер. Да, поэтому я старший сантехник. Ну что ж, тогда вопрос тебе. Почему у меня не было горячей воды? Закончилось! Ну, теперь твой ответ. А скажите, в этой замечательной игре есть переход хода? А ты молодец. Ну, допустим. Тогда отвечает мой коллега. Ну, и как вы мне предлагаете мыться без горячей воды? В речке. Вариант Б, вариант Б. Ну, ладно, вариант Б. Умные люди поставили себе бойлер. Да. Ты меня сейчас тупым назвал, да? Да. Вообще-то я поставил себе бойлер. Но он же не включается. Так это в розеточку надо было его в это... Ты меня сейчас тупым называешь? Нет. Я все включил. Но у нас же света нету. Потому что какие-то придурки рыли трубы и повредили главный электрокабель. Так это не мы, это облэнерго. Ну за что? Просто ненавижу слово облэнерго. Ну, я им дозвонился. Да вы что? Да, и они даже приехали. Серьезно? Только во двор они не смогли заехать. Знаешь почему? Почему? Потому что весь двор нахрен перекопан. Да, мы же всех предупреждали. Да. Мы на подъезде повесили объявление, что будет вестись плановая замена труб. Так а что ж вы ничего не сделали? Как ничего не сделали? Мы поменяли трубы. Старые достали, новые засунули. Только вот когда мы новые засовывали, мы их экскаватором повредили. Так а чё ж вы не поменяли их? Мы хотели поменять, но просто кто-то новые трубы продал. Короче, пропали у нас трубы новые. Ага. И мы решили старую туда засунуть. Ну если засунули, чё ж вы воду-то не включили? Как не включили? Мы сразу дали максимальное давление. Труба старая не выдержала. И как? Бах! Блин! Ё-моё, я теперь понял, почему у меня 3 дня фонтан шпунделяет. Фонтан? Поющий, как Винница. А кто на открытии пел? Слушай, чувак, я устал, давай сам, а? А так можно, конечно! Да? Круто! Я теперь понял, что ты старший. У меня один вопрос. Ничего, что я без перчатки? Вот хуже уже. А что вы вообще туда полезли, если все работало? Да как же! Мы выполняем распоряжение мэра. Улучшаем качество воды. Ах, вот оно что! Понятно. Слушай, у меня как раз есть вода из моего крана. Ну и как? Улучшили? Мэр сказал, что вода соответствует сантехническим нормам. О! А мэр врать не может? Нет, наверное. Ну тогда пей. А может, я лучше еще раз? Не-не-не-не-не-не, это слишком просто. Давай, пей. А может, ее сначала через марлю процедить, а? Это она после угольной фильтрации. Давай. А если я помру? Самое страшное не то, что ты помрешь, а то, что тебя даже обмыть после смерти не получится.
Пей давай. Все, успокойся, старший, успокойся, на, водички попей, расслабься. А ну стой! Опять без меня бухаете? И опять какой-то шмурдяк, но... Сейчас попробую. Аня, в этот раз что-то благородное. Кто такой? Работать у нас собираешься? Я-то? Нет, я у вас ничего тут не собираюсь делать. У нашего полку прибыло. У нас тут никто ничего никогда не делал. А вы, простите, кто будете? А я главный бухгалтер. А что, какие-то проблемы? Подождите, это вы платежки выписываете? Ну, я шо. Та-ра-т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 а-
Я быстро. Вот это вот, посмотрите, пожалуйста, что такое? Это счет за воду. За какую нахрен воду? За нахрен холодную и нахрен горячую. Откуда я знаю, какую ты себе воду нахрен льешь? Я, знаете ли, никакую нахрен себе не лью. Ни холодную, ни горячую. У меня нахрен никакой нету. Ой-ой-ой-ой. Что? Какая досадная ошибка. О-о-о, вы еще и признаете свои ошибки. Ура, что-то да. Изменилось. А вот теперь правильно. Что это? Ну как что? Налог за лишние квадратные метры. За какие-то нахрен лишние? В 36 нахрен общих. Вы чего, ЖКХ? Вообще офонарели? Все, до свидания, ЖКХ. Меня больше не существует для вашей структуры. Я тебе завтра пришлю дубликат. Со штрафом за просроченный платеж и за порчу документа. Понял? Нет, ЖКХ, это ты не понял. Я больницу победил, я долю кабель победил, я Укравтодор победил, и тебя, ЖКХ, победю. Или правильно, побежу. Как правильно, никто не помнит. А? Никуда ты не побежишь. Ох, слышь. Нет, меня так просто не возьмешь. Что, подвела старенькая труба, да? Да не, вроде новая. Старая вот. Старые крепче. Ой, ЖКХ он надумал победить. В нашей стране ЖКХ непобедимо. Эй ты! Быстрее вставающий напарника, берете это тело и заткнуть фонтан на Шевченко 3! Немедленно! Дизель-шоу! Васенька, внучек, ты бы мусор вынес! Сидишь целыми днями, в компьютер свой играешься! Внук этот. Так, что там интересно в новостях? В эфире «Факты». В Киеве продолжается волна ограблений одиноких пенсионеров. Сегодня средь бела дня прямо в своей квартире была ограблена 85-летняя старушка. Злоумышленники украли 300 гривен и редкий чайный сервиз. Общая сумма украденного составила 305 гривен. Васенька! Сиди дома, никуда не ходи. Вон что творится. И куда только полиция смотрит.
В том же районе новые полицейские ограбили пенсионера прямо в полицейской машине. По иронии судьбы, жертвой полиции стал пенсионер МВД. Это уже не первое преступление молодой и честной полиции против старой и коррумпированной. Вот и едет, куда же, когда же это все уже закончится-то? И напоследок, очередной конец света планируется в 2018 году. Как утверждают астрологи, причиной может послужить новый календарь Укрпочты. Ужасное качество печати и 6 февралей просто убьет экономику Украины. У меня такое ощущение, что телевизор со мной разговаривает. О! Вот эта квартира! Здесь эта бабка живет. Ой, кого это нелегкая принесла? Бегу, бегу! Бегу, бегу! Бегу, бегу! Бегу, бегу! Бегу, бегу! Бегу, бегу! Ой, что ты сюда бежала? Кто там? Это пришли счетчики на свет смотреть. А, силы тьмы явились. Убирайтесь в преисподнюю. Ну да я. Кто там? Открывайте, это Жек. А это Клавдия Афанасьевна. Мы, это самое, от начальника Жека. А я от Афанасия. Бабуль, открывай, это Жек! У нас уже месяц как ОСББ. Об этом все знают, но только бандиты не знают. Убирайтесь отсюда, бандиты. Кто там? Это ОСББ вас беспокоит. Откройте дверь, пожалуйста. А в ОСББ одни бандиты работают. Мне больше Жек нравился. Да я. Придумают организацию, потом... Кто там? Ваш внук в полицию попал. Не может дозвониться. Собираем деньги на выкуп. Это не мой внук. Если мой внук в полицию попал, его сразу генералом сделали. Он как своих бандитов в компьютере шпуляет. Кто там? Кто там? Кто там? Гвалт, що ж ви робите, це сусіди знизу, ви нас заливаєте кропом. Ой, ну і радуйтесь, у вас вода гаряча бесплатно капає. А хоча ні, в следующем місяці я вам платежку принесу, ми вместе заплатим. Хто там? Ви вірите в Бога? Ах, после последней платежки за отопление не верю. Кто там? Бабуська, бабуська, откройте двери, и там мы, детки, котика вашего принесли. Вот придурки. Идите похороните его обратно. Неделю назад. Кто там? Кто там? Бабушка, открывай, это мэр пришел, гречку принес. О. У меня еще с прошлых выборов мешок остался. Будете раздавать черную икру, приходите. Открывай, бабка, хуже будет. Да я знаю, что хуже будет. Я же новости каждый день смотрю. Кто там? Ой, беда пришла, открывай ворота. Усім подъездом на похороны собираем. Ой, неужели Никитишна с 37-й квартиры? Она самая! Ой, радость-то какая! Наконец-то сдохла эта тварь старая. Вот ей, а не деньги на похороны. Вот фигу с табличкой на гроб ей прибейте. Хорош Ваньку валять, ну. Кто там? Бабушка, открывайте, это коллекторская компания. На. Кто-кто? Коллекторы. А, калеки вы. Ребят, извините, ничем вам помочь не могу, самой денег нету. Извините. Короче, выносим. Короче, выносим. В
все-таки музыку. Там бабушка уже колбасит. Какие открыты были? Капец. Здрасте, бабушка. Здрасте, что открыто было? Открыто, открыто было, бабуля, открыто. А вы кто, ребят, из какой организации? Из той самой бабушкой организации, самой нужной. Помогаем пенсионерам рассчитаться с их долгами. Ага, ага. О, это что, как тимуровцы, что ли? Тимуровцы, тимуровцы, бабушка. Помогаем пенсионерам избавиться от их квартир в загазованном центре города и перевозим их в село. На чистый воздух, а там лес, грибы, ягоды, орехи. Ребят, может, вы голодные, а? Не, бабушка, мы не хотим кушать, спасибо. Нет. Зря, я вот пирожков тут внуку напекла. Ты посмотри, деньги у вас, значит, на пирожки есть, а оплатить коммуналочку нет. Вот, пожалуйста, должок у вас 5000 гривен. Ой, это за год, что ли? Это за декабрь. Это, наверное, ошибка. Здесь, наверное, на весь дом. Нет, бабуля, это конкретно ваш долг. А карточный долг и коммунальный – это святое дело. Надо оплачивать, бабушка. Так у меня денег нету. Ну все вот так вот. На то-то мы тимуровцы, бабушка. Да, совершенно случайно у меня с собой оказались целых 2000 долларов. Ого. И договорчик на куплю-продажу вашей квартирки. Так что, пожалуйста, бабушка, подписывайте. Так, кстати, подождите, а что так дешево за квартиру в центре 2000 долларов? Так рынок недвижимости, бабушка, рухнул. Понимаешь, в центре пенсионерам квартиры бесплатно дают, угу, лишь бы коммуналку оплачивали. Да. Правда? Да. Ну, я бы, конечно, взяла себе для внука еще квартирку. Но я и эту оплатить не могу. А так у вас появляется куча денег. Оплатите коммуналочку. И хватит вам еще денежек дом в деревне купить. Давайте, подписывайте и с чистой совестью в чистую березянку. Ой, сейчас. Очки. Где-то очки были мои. Сейчас. Так, короче, вот это вот вынесем. Вот это вынесем тоже. Вот это что вынесем? Очки выносите, говорю уже. Внучек, Васенька, бабушке очки принеси. Плохо вижу. Здрасте. Это внучек мой, Васенька. Ребята, где подписывать? Да подождите подписывать-то. Да. Надо ж проверить все, чтобы ошибок не было. Ну, конечно. Фамилия ваша как? Кверестюки мы. А мы Поросюков ищем-то? Ага. Поросюки нам надо, извините, ошибки. Счастливо. Стойте, ребята. Вы же еще что-то вынести хотели. Мусор вынести хотели. Ага. Что? Мусор. Мы же эти тимуровцы. Да. Кто? Васенька, это коллеги. Социальной службы. Хорошие ребята помогают пенсионерам. Не то, что ты. Железяки свои тягаешь. Камнями бросаешься, самолеты зубами таскаешь. Кому это надо? Вот, бери пример с ребят. Они у пенсионеров скупают всякий хлам и выносят. Вот. Да, мы тут глянули, хлама у вас вообще нет. Почти все новое. Да, мы пойдем. Гирьку не хочете прикупить? Дешево отдам. Гиря нужна вам? Да. Да. Только денег у меня нет, это надо в машину за деньгами идти. Ага. Стой! Ты же мне только что 2000 долларов предлагал. Вот же они в кармане у тебя. Забыл, калека. Вы вылетело. Вот, Васенька. Есть. Вот. Тихо. Не дави грыжу. Мы завтра с этими, с краном придем. Игрушечками, ага. Стойте, ребята. А так вы же хотели квартиру купить. Чью, нашу? Да, ребята хотели купить. А какая цена?
Да, вот в договоре указано. Странные ребята. Говорили, не голодные, сами бумагу жрут теперь. До свидания. Стоп! Вася, ребята еще сказали, что пенсионерам бесплатно квартиры выдают в центре города. Мне же положено. Хлопчики, а у вас какие квартиры? У меня однокомнатная. А у меня одна двухкомнатная. А Васенька как раз о трёшке и мечтал. Выделите бабушке трёхкомнатную, а? Конечно. Да, обязательно. Мы пошли за ключами и документами. В эту они зашли, да? А вроде в эту. Давай звони. А я, прикинь, к этой подхожу такой сразу. Мы коллекторская фирма. Она сразу... Чего они там так долго? Ну что? Чего так долго с одной бабулькой возитесь, коллеги? А вы что, тоже тимуровцы, ребята? Тимуровцы, да. Да это нормальные пацаны. У них точно бабки є. Вони от мене позавчора, да? «Жигулі» купили за 50 тисяч доларів. Класна тачка! Ти уявляєш, так поспішали придбати, що догнали мене ззаді. Ой, молодці! О! А штаночку купи в мене. Всегда. Штану, недорого. Хотів всегда. За двадцятку зілля. Та не, недорого. Недорого. І блини за десятку. А візьмем. Да? Да, зараз как раз масленица. Акція, розпродаж. Масленица, ага. Ей, еспандер для вас є. Пішли, покажу. Да. А я давно хотів зайти. Я всегда хотів еспандер. Спасибо. Дизель-шоу. Егор, тут новые платежки пришли. Что там? Посмотри. Сколько? Все не то, все не так. Не пойму, что за факт. Как же так, что не так с ценою? Был же май, жили в кайф. И июль был нормуль. Был сентябрь, зашибись. Так откуда ж взялись цены ноября? Наказание, счет включили нам. В аду котлы, время всем писать завещание. В день, когда к нам придут они. Я календарь переверну, и снова цены сентября. Я до весны не дотяну по этим ценам ноября. И потому сто раз ко дню, с утра до вечера молюсь, представить цены и боюсь в платежках декабря. И мой сын, моя мать и камин. Все хотят теплоты в квартире. Но опять холодны батареи, увы. Платим как и янтарем, то питание углем. Цены ноября. Совершу преступление и боюсь, буду не один. Я календарь переверну, представлю цены января, потом опять переверну, чтоб охренеть от февраля. И если с дуру я решу по всем платежкам заплатить,
Я не понимаю, почему мы возмущаемся, а все остальные молчат? Кто? Да вот бабушка твоя! Она вообще живая там или нет? Егор, ты что? Цены ноября мне нормально, просто у меня субсидия, пенсия моя идеально, жалко в снах лишь идиллия. Но только утром я проснусь и сразу понимаю зря. Ковида я так не боюсь, как эти цены ноября. И почему по кочану не можем вместе настучать? Кто любит цены повышать? В платежках ноября не карантин и не закон, ограничение красный сон. Нас всех угробит не ковид, а отопительный сезон. Егор Григорьевич, а это нормально, что мы на Мальдивы улетели, пока в стране чрезвычайная ситуация? А что там за чрезвычайная ситуация? Знову кто-то на крышу выперся, чи шо? Да не, опять снегу навалило. О, снегу навалило, то у нас каждого урока такая ситуация. А мы здесь с тобой для чего? Ну я говорю, бухать, отдыхать, бухать. Толик, мы здесь для того, чтобы думать, как помочь людям. А, понятно. А ты о людях вообще не думаешь? Чего это я о людях не думаю? Ну стоишь и загораживаешь мне солнце, Толик. А, это солнце. Ладно, пойду покупаюсь. Иди, иди, иди. Господа, давайте начнем совещание. Из-за сильного снегопада у нас критическое положение в 20 областях. Да-да-да, но я могу смело уверить, что каждый наш губернатор работает, жертвуя сном. Да, почему в таком случае разрывается горячая линия? Хорошо. Если вы хотите убедиться, давайте позвоним любому из губернаторов. Отличная идея. Давайте наберем Крутоголова. Вы уверены, что Крутоголова? Да, давайте именно Крутоголова. Если у них нормально, то и во всей стране хорошо. Вы же знаете, у них самая безответственная область. Да. Но вы думаете, он на месте? Да я уверен, что он на рабочем месте. У него ж подписка о невыезде. Алло. Алло, Егор Григорьевич? Ну? Говорить можете? С утра еще не мог ходить. А сейчас трохи отошел. Могло, что? Ну как вам зима? Да зашибись. Лучшая зима в моей жизни. Подождите, как у вас с погодой? Так класс, повезло. Вчера, правда, ветер дул, а сегодня солнце шпарит, что глухонемое. У них даже с погодой бардак. Скажите, температура какая? 36,6. Да не у вас, на улице. А, на улице, стой, 35, бывает 40, а что? Господи, минус 40, это же просто ужас. Катастрофа. Поэтому разрывается горячая линия. Я не понял, это кто? Это Олег Петрович из министерства. Скажите, вы на работе? Уже да. Егор Григорьевич, мы наберем вас сейчас по видеосвязи. Я так понимаю, у коллег есть вопросы. Да. Толик, сос! Уже идут! Не тот! Девочки, не тот! Скайп! Ого, сос! Лопату, быстро! Лопата! Сейчас! Ой.
дня. Вообще-то 3 часа ночи. То я то заработался. У нас тут такой снегопад. Все занесло, геть вообще. В общем, надо идти снег убирать. До побачення. Да подождите, куда? Вы же только что говорили, все в порядке. А то я той, то я до того, как мне сосулька по голове уеб... Подождите, подождите, слушайте, ну это же не ваша работа. Вы же должны контролировать работу коммунальных служб. Ну, ну да, но эти ж службы треба еще откопать. А почему вы в шапке? У вас что, там не топят? В натуре. Да топят, так топят, что дыхнуть сложно. Фу, блин. Егор Григорьевич, поднесите ноутбук к окну. Что вы кажете? Можно к окну. Ну, к окне, конечно, что вы меня спрашиваешь. Поднесите ноутбук, чтобы мы видели улицу. Конечно, сейчас. Ты дивы, вот как тут у нас топят, что ж ноутбук расплавился и прилип. Вот так вот у нас топят, да. Что? Кто у нас такой сладенький? Ты мой пончик. Ты мой пончик сладенький. Это кто такая? Это секретутка, секретарша моя. Иди, я через часик подойду. А у меня вообще-то оплата почасовая. Да помню. Так, подождите, вы что, почасовой платите? Вот такая у нас в области высокая зарплата. Так, я не понял, это еще кто? Time massage now, relax. Ну, массаж now. Кто это? Это... Кочегар наш. Вот кто у нас тут топит так, что аж сам обуглился. Да что за шуточки? Кто это такой? Не, он еще же по совместительству мой заместитель по снегу. Заместитель по снегу африканец? Да. Вот вы в Африке снег бачили? Вот и у нас не будет. Они там что-то про этот снег знают. Go, later, массаж, later. Егор Григорьевич, я в туалет хочу. Стой, Толик, стой, если эта стена куда-то пойдет, то мы сейчас с тобой вдвоем обосремся. Егор Григорьевич, с кем вы там разговариваете? С вами, только с вами. Так, я не понял, это что такое? Вы что, пьете на рабочем месте? Не, вы что так и кажете? То, это директор нашего водоканала. Принес образцы воды для пробы. Не, подождите, вот. А почему она такого цвета? А это у нас в Інгульському районе, вона с глиною йде. Ну, пить можно, пить можно. Но, честно говоря, лучше, конечно, у нас из центрального района. Там практически артезианская. Вы закончили? Что вы делаете? То я соль пробую. Мы тут чем попало, улицы не посыпаем. Все равно так это закусить. Подождите, это что, омар? Нет, это символ Нового Року. Символ Нового Года, это желтая собака. Ну, собаку якось негуманно. Мы поэтому омара сварили. Ё-моё, найди отсюда. Подождите, вы что, ему наличкой платите? А то ж гроши на покрашение воды. Вы нам передаете, а мы сразу на покрашение, да. Егор Григорьевич, сейчас снег таять начнет. Будете в луже сидеть. Толик, лучше в луже, чем в прокуратуре. Егор Григорьевич, какая ситуация на объектах? На каких объектах? На ваших стратегических объектах ситуация какая? А у нас что, есть стратегические объекты? Егор Григорьевич, с кем вы разговариваете? С президентом? Я с ним завжди советуюсь. Так я повторяю, ситуация на объектах какая? Сейчас узнаем.
Другий, другий, ответьте первому. Другий, другий, первому, прием. Ну что там? Зараз антенну поправлю. Це я, шо ли, другий? А шо я, шо ли? Другий, другий, прийом! Перший, перший, це другий. Все в порядку, работаю. Ось бачите, работают. Что, один человек, а где остальные ваши люди? Сейчас узнаем. Третий, третий, ответь первому. Третий, третий, третий у нас трохи тупуватый. Це добре, що я другий. Егор Григорьевич, уточните, как ситуация со снегом? Сейчас уточним. Что там за ситуация со снегом? Что, снег сейчас будет? Сейчас будет. Вот, брат, как ты спросил? Лучше снежок. Thank you. Это что у вас там, наркотики? Вы вообще там охренели? Что? Это демонстрационный снег. Для демонстрации работы коммунальных служб. Ось, бачите, снег идет, 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 идет. Потом выезжают бульдозера и подравнивают все вот это вот так аккуратненько, аккуратненько, прямо под бордюрчик. И потом, значит, мы взяли гроши, что вы нам дали на покращення, и купили на них снеговсасывающие машины. И вот так машина идет. И раз, и убрала дорогу. Мы потом смотрим, а чего и кольцевую не сделать одна? Сделали кольцевую, смотрим, что есть мощность дойти до Киева. И пошли, пошли, пошли. Аж до Бориспаля. А с Бориспаля мы уже полетели. Егор Григорьевич, с вами все в порядке? Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. Заработался человек. А снег не знал и падал. А снег не знал и падал. Земля была... Егор Григорьевич, вы молодец. Продолжайте в том же духе. Отдохните обязательно. А, снег. Вот видите, а вы переживали. Мы можем контролировать всех этих губернаторов. Отдыхая на Гоа. Все, ребятушки, мне как-то... Дизель-шоу. Алло, Никифоровна, здорово. Не спишь? Уже не спишь. Это Симеоновна. А чего ты не спишь? 3 часа ночи, все спят. Потому что я позвонила. Слушай, а ты знаешь, что я тебе звоню? Вспомнила, чего я тебе час назад звонила. Слушай, ты к Петровну давно видела? Вечером? А ночью не видела? Я вот думаю, может, что случилось с ней. Может, позвонить, узнать. Думаешь, спит? Ну, может, и спит, а может, и случилось чего. Да я позвоню, узнаю лучше. Ну, давай, давай, давай. Кто-то долго не берет. Ой, может, случилось что? Соседи! Да. Что, 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 Боб Шура, что? Что, что, пока вы там спите, Петровна из 58-й, того? Алло! Алло. Все, Саш, иди, 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 спи. Алло, Петровна, слушай, с тобой, алло, алло, Саша! Что, что? Алло, слушаю.
Все, иди, ложная тревога. Ой-ой-ой. Иди. Петровна, что ты пугаешь меня так? Вот с тобой нормально все. Спишь? Ну, спи. Если что-то случится, сразу звони. Саша! Что? С Петровной нормально все. Она спит. А ты что не спишь? В 3 часа ночи спят все. Тебе ж завтра на работу в 6 утра вставать. Иди спи, Саш, спи. Так, Никифорна живая. Петровна живая. Кто там у меня дальше на П? Павловна. Ой, Павловна же это. Тю-тю. Вычеркиваем. Дальше памятник для Павловны. Дальше полиция. Что, полиция тоже, что ли, в тю-тю вся? Они, наверное, с этого телефона уже не берут. Сейчас, где моя мобила? Вот. Пицца доставка. Павловна доставка. Что это? А, это катафалк. Так, что там дальше? Проститутка Анжела. Полиция. Полиция слушает. Алло, Наташа. Нет, это полиция. Что у вас случилось? А, Яна, не узнала. Богатой будешь. А хотя ты ж в полиции работаешь, как ты богатой станешь? Баб Шура, это опять вы. 5-й раз за вечер. Что у вас случилось? Меня изнасиловали. Сколько вам лет? 82. Ну, тогда поздравляю. Спасибо. Но вы должны принять заявление. Хорошо, опишите преступников. Так, описываю. Облэнерго, Укртелеком и Горгаз. Изнасилование по предварительному сговору групповое. Горгаз в особо извращенной форме. Это все? Нет. Хочу заявить про убийство. Убили Павловну. Кто? А вот вы и расследуйте, кто. Я у нее это нашла письмо с угрозами. Последнее предупреждение. Если вы не оплатите телефон до 1-го числа, вас отключат. И что? Отключили. Должны были отключить телефон, а отключили Павловну. Это все? Нет. Хочу заявить о групповом вымогательстве. Сколько человек? 450 плюс правительство. Баба Шура, опять? А что? В этот раз они умнее стали. Они ко мне водоканал прислали, и они меня на счетчик поставили. Я требую, чтобы вы... Хорошо, к вам приедет наряд. О, хорошо. Кто там у меня дальше на «П»? Пожарная. Соседи! Баб Шур, что Вика, случилось? Вика, ты телефон пожарный знаешь? Баб Шур, зачем вам пожарная? Чтобы воду привезли. А вы из крана не можете взять? Из крана? А ты знаешь, сколько она стоит? Из крана, куркули, олигархи.
Да какие мы олигархи, бабушка? Слышу я, как вы каждый день у себя там смываете. И сколько раз. Олигархи. Сашка, ты в лифте дзюришь? Вы вообще в своем уме? Вика, ты, может? Пап, Шур, вы что, с ума сошли? Такой фигней заниматься. Мы взрослые люди. Саш, пожалуйста, давай переедем, я прошу тебя. Взрослые люди, а телефона пожарные не знают. А бабушка знает, 101. Скучно. Пойти в лифте надзюрить, что ли? Алло, пожарная слушает. Алло, пожарная, срочно приезжайте. Какой адрес? Шевченко, 3. Что горит? Пока ничего не горит. Но здесь одни артисты, адвентисты, сказали, что если я на них квартиру не перепишу, буду гореть в аду. Да? Так я вам заранее звоню. А так хорошо начинали. Верите ли вы в Бога? Знаете, что такое любовь? Литературку дали бесплатную почитать. А я не верю. Знаете почему? Вот. Почитайте литературку. На! Ой, что-то у меня в квартире газом запахло. Каким газом? Природным? К природне некуда. Выезжаем. Ага, хорошо. Жду. Это кто посмел? Старой бабушке звонить в 3:00 ночи? Алло. Добрый день. Вам сейчас удобно говорить? Кто это? Это ваш интернет-провайдер Доля Кабель. Но если вам неудобно говорить, мы просим прощения и наберем вас через 30 минут. Просто так ты от меня, провайдер, не отделаешься. Алло, добрый вечер. Компания Доля Кабель, оператор Света, слушаем. Света, мне провайдер нужен. Мы и есть ваш провайдер. А это ты провайдер. Что хотел провайдер? У нас есть для вас уникальное предложение. Пакет на 100 телеканалов. Всего 100 гривен. Всего 100 гривен? Ты охренела, тварь! Теперь у меня есть для тебя уникальное предложение. 100 звонков в течение ночи! Алло? Вы только что общались с бабой Шурой. Оцените оценку оператора. Вам не понравилось общение с бабой Шурой? Могу ли я порекомендовать кого-то из своих соседей? Да зачем вы мне звоните? Ты первая начала! Ты даже не представляешь, какой ящик Пандоры ты открыла! Бабушка в кредитном отделе Приватбанка работала. И не таких доставала. Алло, компания Доля Кабель. Оператор Света слушает. К сожалению, бабушка сейчас занята. Ваш звонок очень важен для нас. Ваша очередь номер 666. Это кого-то мне легкое принесло. Здравствуйте, бабулечка. Вызывали? А, я весь не запылились. Вызывала, так еще утром.
бабуль, ну извините, вызовов много. Пенсионеры звонят, ерундой маются. То голова болит, то спинка чешется. Сейчас ты у меня весь зачешешься. Я тебе говорю, утром вас вызывала. Бабулечка, ну никто же не умер, правильно? Умер! Я вас к Павлам не вызывала. Все, не успели. Так, скажите, вам лично помощь нужна? Нужна. Давайте. Ребят, вы здоровые такие. Помогите шкаф с балкона выкинуть. Тяжелый румынский. Бабулечка, а давайте мы вам снотворного уколем, отоспитесь. Себе уколи, дырокол. Все равно от вас толку нету. Башур, ну як, Макарек? Анжела! Да я же с ночной-то возвращаюсь! Ага. А вы ж-то ни разу не звонили, а я ж-то беспокоюсь. Может, что с вами случилось? А что эти доктора у вас тут делают? Да это они на мне новую медицинскую реформу проверяют. Да? И что? Пока пенсионеры выигрывают. Правда? Полицию вызывали? Вызывали. Вот, арестуйте этих. Они мне шкаф испортили. Что горит? А что, вам обязательно, чтобы горело? Желательно. Сейчас. Ой, горит! Дебил. Что делаешь? Башур, что делаешь? Что делаешь? Ну, захотелось бабушке 8 марта встретить в шумной компании с мужиками, как раньше. Бабуль, так сегодня 7 марта. Уже 3 часа, как 8. Вы вот завтра все на работу поедете, а сегодня можем вместе отметить, встретить с бабушкой. Я ж тоже женщина. Бабшур, что случилось? Ого, столько народу. Ого, а ты говоришь, что бабку старую никто не придет поздравить с 8 марта. Смотри, сколько мужиков. Бабулечка. То есть вы вызвали все службы города? Я сама вызвалась. Чтобы мы поздравили одну пенсионерку с 8 марта? Да что ж я, эгоистка, что ли, полная? Вот у меня список одиноких пенсионерок нашего дома. Сейчас пойдем всех поздравлять! Вот это Никифоровне, это... Аркадьевне, это Павловне. А не, Павловне две. Идемте же, идем, поздравляем! Идем. Да не волнуйтесь вы так. Все с документами будет в порядке. В моем районе уже вместо 3 детских садиков строят ночные клубы, и никто не жаловался. Да, посылочку вашу получил, спасибо. Очень приятно. Всем стоять, работать без нас! Что, коррупционер, попался? Получай! Ага, вот они, наворованные денежки. Ай, руки осторожно, сломайте! Отлично сработано, парни. Взяли на горячем. Вы ничего не докажете. Докажем. Мы теперь каждую операцию снимаем на видео. О, а где оператор? Он что, не снимал? Ой, а вы что, уже начали? Мы вообще-то уже закончили. А я вас на лестничной площадке жду. Ну, обычно же... Выкуп невесты оттуда начинается. Какой выкуп невесты? Оператор, ты что, не понял? Мы тебя не свадьбу позвали снимать, а серьезную операцию по задержанию преступника. Ой, забываю. Мне нужно перенастроиться. Давайте еще разок. И все снимем. Черт, отпустите его, парни. Меня что, опять будете бить? Ты рот закрой.
Так, считай бабки. Давай, снимай. Ой, подождите, раз уж я уже в кабинете, может, я подсъемочки сначала сделаю? Чего? Ну, типа сбора невесты. Какая... Я что ли невеста? А ты рот закрой, считай бабки, оператор. Ты что, не понял? Я тебе еще раз повторяю, это никакая... Я знаю, знаю, это не свадьба. Но после того, как здесь закончим, я вам посоветую в парк заехать. Там так красиво, у меня там все пары фоткаются. Вы только представьте, вы стоите такой красивый, а преступник у вас на ладони. Чего? Согласен, банально. Просто прикуем его наручниками к дереву любви. Я не хочу к дереву любви. Ты рот закрыл и считай бабки. Слушай, оператор, мы никого не прикуевывать не будем. Ты сейчас просто возьмешь и снимешь это видео, ты понял? Да ладно, понял, понял. Черт, так, парни, на исходной, считай бабки давай. Блин. Всем стоять, работает спецназ. Что, коррупционер, попался? Получай. А вот они и денежки. Я извиняюсь, но мы вообще-то уже начали. Да у меня просто батарея села. Вчера такую свадьбу снимал. Представляете, там теща очень долго сапоги одевали, переобували ее. Слышишь, я тебе сейчас в голову сапогом как переобую. Ты можешь просто это все снять и все. Да, хорошо, поехали, поехали. Еще разок придется. Если получится, можно меня в следующий раз не так сильно бить? Не получится. Все должно быть достоверно. Мы эту съемку будем использовать в суде. По местам, парни, черт! И... начали. Всем стоять, работает спецназ! Что, коррупционер, попался? Замерли! Ты что делаешь? Рисовая традиция. Ой. Забываю. Продолжайте, продолжайте. Черт, на чем я остановился? Получай. А, спасибо. Получай. Ой-ой-ой. Стоп, стоп. Что? Киноляп. Какой еще киноляп? Ну вы в тот раз его правой рукой ударили, а в этот раз левой. Как я потом эти дубли склею? Какие дубли? Что ты там клеить собрался? Это оперативная съемка! Не скажите. Вы в прошлый раз такой были натуральный, агрессивный. А в этот раз он так естественно испугался. Так, короче, давайте заново и еще раз. Ну, можете, если вам не это, можете так его... Ну, сейчас правой просто ударить. Можно, да? Но... А ты потом вставишь это? Ну, я постараюсь. Ну что, попался коррупционер? Получай! А нет, свет уже не тот. Катя, давайте отсюда. Удачи, что, удачи. Коррупционер, попался? Получай! А нет, а с этого ракурса? Давайте. Попался? Получай! Свет не тот, переснимать надо. Что значит переснимать? Что, сначала, что ли? Ну да. Черт, оператор, я тебя сейчас ударю, слышишь? Ну, вы знаете, я халтуру не снимаю. У меня целая команда, мне дорогая ее репутация. Так что, если вам не нравится, ищите другого оператора. Так, ладно, 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 все, успокойся. Давай еще раз, так еще раз. Я столько не наворовал, сколько вы меня бьете. Так, что, давайте, парни, на исходное. Черт. Всем стоять, работает спецназ. Что, коррупционер, попался? Получай. Что? Да что? Что? Что опять не так? По вам нормально все, вы зашли отлично. А у молодого человека такое выражение лица, будто бы он знал, что вы придете.
Вы знаете, видно, что мы снимаем не с первого дубля. Конечно, не с первого. У меня уже двух зубов нет. Трех. Так, ты рот закрой и считай бабки. Ты можешь просто включить эту камеру и снять. Ну, у него выражение такое, ну... Да какое выражение? Да пофиг, какое у него выражение. Какой тут цвет? Просто снимай меня, и все. Вас? Ну, ладно. Хорошо. Так, руку дайте, пожалуйста. Что? Это что за хрень? Ну, вы сказали снимать только вас. Вы все в черном одеты. Так я вас отличать буду. Ты вообще дурак, что ли? Что такое? Ну, мне же надо как-то вас отличать. Ну, оденьте хотя бы бутоньерку. Ну, вот так. Так, сейчас тебя все устраивает? Да нет. Вы весь какой-то потный уже. Припудриться надо. У вас пудра есть? Как раз сегодня случайно не взял. Как знал. Держите мою. Снимай давай! Черт, ты считай бабки! Снимай давай, пацаны, назад! Не нервничайте. Черт! Всем стоять! Работает, блин, спецназ! Что, коррупционер? Попался! Получай! Ты! Было? У меня было. Блин, у меня место на карточке закончилось. Какая же ты сволочь! Я сейчас что-то удалю. Дай сюда, я его расстреляю сейчас. Да лучше я тебя голыми руками удушу, и никто об этом даже не узнает. А я вас на камеру снимаю. Так, а ты ж сказал, что у тебя это закончилось место. А так я уже удалил все. То есть ты хочешь сказать, что мы вообще ничего не записали? Ну, получается, да. Еще раз надо переснимать все. Пожалуйста, пристрелите меня. Проявите гуманизм, а? Ты закрой рот, считай бабки. Я уже удалил все. Все, сейчас можно, да? Да, да, давайте. Ё-моё! Парни, еще раз. Все, последний раз снимаем! Всем стоять! Работает спецназ! Попался! Блин, слово вылетело! Как я... Коррупционер! А, спасибо, братан! Черт! Ладно! Это дубль мой косяк! Парни, назад! Ага. Извините, пацаны! Поехали! Ага. Что, коррупционер? Попался, получай! Стоп, стоп, стоп! Да что опять-то? Почему по ходу дела сценарий меняете? Какой еще сценарий? Вы каждый раз говорили, всем стоять, работает спецназ. Для меня это сигнал, я перебрасываюсь на дверь. А так вы просто вошли и стукнули его. Вот из-за вашей самодеятельности надо переснимать. Ладно, сейчас можем? Нет, уже не можем. Что? Вот из-за вашего самовольничали, у меня вторая батарея села. Надо заряжаться. Так, 2 часа перерыв. Телефон. Снимай все быстро на телефон. Ага. Ты просто живи. Всем стоять! Работает спецназ! Коррупционер! Что попался, получай! Алло. Да, могу говорить, конечно. Ты вообще что ли оху... Дочка мэра звонит. А, свадьба, да? Да, конечно, конечно, снимаем, да. А, дата какая? Ой, извините. 2018 у меня полностью занят, да. Свадьбы, ну еще халтуры всякие. Да,
извините, ну я вам... Ой, и в телефоне батарея села. Дружище, возьми мой телефон. Сними этот чертов блокбастер уже. Спасибо, братан, спасибо. Снимай! Да, но только по моей команде, хорошо? Какая будет команда? Заходите. Позаходите, мы заходим. Да, позаходите, заходите. Все, мы сейчас выходим, повыходите и заходим, позаходите. Заходите, позаходите, да. Парни, выходим, повыходите. Заходим, позаходите. Извините, пожалуйста. У меня андроид, как у вас камера включается? Ты взялся, а? Ой, спасибо. Заходить! Нет, подождите, я готовлюсь. Возьмите мою визитку. Я могу ваш выход из тюрьмы подснять. Вам же лет 8 дадут, а 2025 у меня полностью свободен. Так, так, так. Заходить! Так, так, так. Заходите! Что, коррупционер? Чё ты ржёшь, придурок? Он же снимает, чё ты ржёшь? Вы операторы дверью присыпли. Извините за опоздание. Так, улыбаемся, улыбаемся. Хорошо, так, отлично. Свадьба с драки началась. Так, подождите. Жениха вижу, кто невеста? Я невеста, меня тут собирают. Я понял. У нас европейская свадьба, да? Так, ребятушки, так. Держим голубей. Так, вперед. Так, хорошо. Так, значит, по моей команде голубей подбрасываем, я фоткаю. Так, голубки, работаем. Это сейчас я не вам, это птичкам. Так, поехали. И раз, два, три, подбросили. Четвертая свадьба у птичек, извините. Устали, устали. Ну ничего, давайте сейчас жених с невестой ближе так друг к другу прижались щечками, чтобы я мог эффект сердечка наложить. Так, хорошо, улыбаемся. Голубки, работаем. Это сейчас я вам. Так. Ты кто нахрен такой? Извините, не представился. Анатолий. Лучший свадебный фотограф. Студия «Креатив». Толя, это не свадьба. Примите соболезнования. Кто вдовец? На ком акцент делаем? И не похороны. А, то есть кормить не будут, да? Фу-ё-ё. Щиро раді вас вітати у цей найщасливіший день вашого життя. Все-все-все-все, Марин, не распинайся. Кормить не будут. Схе***ли. Вы кто? Все нахрен такие? Я же говорил, у меня команда. Студия «Креатив». Значит так, команда. Слушай мою команду. Ты, придурок, снимаешь коррупционера на телефон коррупционера. Ты, Толик, следишь за этим придурком. Женщина, вы следите за обоими этими придурками. Братан, извини. Последний раз снимай. Попробуй не снять. Ага. Парни, на исходные! Черт! Всем стоять! Работает! Черт, спецназ! Что, коррупционер, извини, попался, э? Черт с ним! Бабки есть? Снято! Да, снято! Наконец-то! Снято! Господи! Давай сюда видео. Ага, сейчас. Я исходники никому не отдаю, вы что? Ты что, дурак, что ли? Нам это видео завтра в суде нужно. Завтра. Минимум через полгода получите. У меня 4 свадьбы в монтаже. Я монтирую, Толик эффекты накладывает. Марина озвучивает. Можно вас на секундочку? Да, конечно. А что? Вы такой молодец. Да, я... Присаживайтесь.
А забирайте эти деньги. Это вам. Это мне? За работу. Вау! Хороший гонорар, ребята. Братан, снимать умеешь? Уже да. Сними на мой. Что такое? Всем стоять! Работает спецназ. Что, коррупционер, попался? Нет, я не... Получай! Снято! Yes! Понял? С первого дубля? Спасибо. Парни, все, пакуйте его, забирайте. А с этим что делать будем? За меня не волнуйтесь. После сегодняшних съемок я больше никогда воровать не буду. Поехали! Дизель-шоу!